примерно полтора года назад Сушков Роман обратился ко мне с просьбой помочь каким-то образом наладить взаимодействие между городской администрацией и КамГТУ для того, чтобы те курсанты, студенты, которые обучаются на мореходном факультете, попробовали свои силы в парусном деле, в яхтенном спорте и поняли, море – это их специальность, это их профессия или не их. В течение этого времени достаточно много было и встреч организовано и с директором колледжа, и с деканом мореходного факультета. Исторически так сложилось, что наш мореходный факультет, наша подготовка специалистов для морского транспорта – это одно из главных направлений работы университета. И, безусловно, вот предложение, которое сегодня поступило к нам от Федерации парусного спорта, то есть мы выделяем помещение, мы предоставляем ребят, оплачиваем труд преподавателей, они предоставляют свою материальную базу, предоставляют суда, снаряжение, все необходимое. Это очень интересное предложение, и мы его поддержали, и будем работать в том числе с нашими ребятами, чтобы они активно занимались в кружках парусного спорта. Сергей Андреевич Левков отнесся достаточно благосклонно к этой идее, и в конечном итоге это все вылилось вот сегодня в подписании этого соглашения, которое позволит осуществлять взаимодействие и на практике курсантам изучать мореходное дело, парусное дело. Они узнают, что такое бегучий, стоячий такелаж и так, устройство судна на примере вот этих вот яхт, которые у нас есть в наличии в Федерации парусного спорта.